Десятки участников и сотни идей, как сделать мир краше. Форум индустрии красоты в Нягане объединил специалистов парикмахерского искусства, ногтевого сервиса, а также мастеров шугаринга и перманентного макияжа. С современными тенденциями познакомилась и наш корреспондент Евгения Самойлова. Мы не работаем брашингами, вот, и не работаем скелетной щеткой. О современных женских стрижках рассказать, показать, подстричь. Елена Матчанов в парикмахерском деле 16 лет. Ради него оставил банковскую сферу. Сегодня она совладелец сети салонов красоты, автор обучающих курсов. Всегда говорю, начните проявляться. Не бойтесь заявить о своей профессии. Не бойтесь сказать о том, что вы самый лучший бьюти-мастер и клиент достоин, чтобы вы именно к вам пришли. Это первое. Второе. Никогда не останавливайтесь в обучении. Не бывает предела, когда можно остановиться, что-то сделать. Поэтому всегда учимся. Для начинающих мастеров обычно проблема еще с симметрией, да? Отрисовка – это вообще, по-моему, для каждого начинающего мастера, мне кажется, это самое страшное. Тонкости перманентного макияжа югорские мастера разбирают с призером международных чемпионатов. У Елены Десятого и за плечами два образования – юридическое и пищевой промышленности. Но всегда искала то, что может вдохновить. Нашла. Теперь вдохновляет других. Найти работу довольно по своей душе не так просто. Прошло какое-то определенное время. Я не могу даже это объяснить. Это что-то необъяснимое. Потому что сколько я работала в разных направлениях, в разных сферах, сейчас получаю третье еще и медицинское образование. Но, видимо, это все, это затянуло. Это круто. Стать профессионалом в своей нише при поддержке экспертов – задача Нягинского форума индустрии красоты. Мероприятие ежегодно, на этот раз акцент на обучающие модули. За блокноты, ручки и смартфоны взялись парикмахеры, визажисты, мастера перманентного макияжа, шугаринга и ногтевого сервиса. Мы рады, когда открываются, когда у нас молодые предприниматели, которые приходят, если мы их видели лет 5 назад, они только начинали, то сегодня у них свои салоны, мы радуемся всегда за них. В 60-тысячной Нягане открыты более 100 салонов красоты. Конкуренция в бьюти-сфере большая. Но эксперты уверены, каждый мастер может найти своего клиента. Главное следить за трендами отрасли и понимать, что учиться новому и менять свою жизнь никогда не поздно. Евгения Самойлова, Николай Чащин, Вести, Югория, Нягань.